слушаете Радио Болтком. Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе «Академия здоровья» на Радио Болтком. Всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, Академия здоровья, в студии Олег Пека, и со мной на прямой связи наш эксперт по качеству питьевой воды, Сиакватор, Евгений Данко. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Олег, добрый день. Как слышно меня? Да, слышно отлично, хотя вот сложно сказать, добрый ли день, поскольку все, конечно, находятся в некотором таком шоковом состоянии из-за грядущего локдауна. И, конечно, очень обидно, когда снова какие-то планы на жизнь, веселые развлечения, все это летит кувырком. Комендантский час, понятно, что ношение масок, неработающие магазины. Тем не менее, вот как сохранить душевное спокойствие, здоровье, ну и самое главное, не заболеть. Вот если заболеть, то побыстрее вылечиться. Хотелось бы, может быть, и ваши какие-то рекомендации услышать. Да, ситуация сложная, и самое главное, что люди испытывают жесточайший стресс. Стресс от непонимания происходящего, то есть к этому, в принципе, ну, говорилось в обществе, но готовы вроде как не были, да, казалось, что вроде как все хорошо. Стресс – это то, что в любом случае убивает человека. Медленно, быстро, большой стресс, как сейчас, естественно, гораздо быстрее. Но если говорить на самом деле о ситуации в целом, то большое количество людей с достаточно серьезными заболеваниями, не имеющие никакого отношения к этим вирусам, да, останутся без медицинской помощи, брошенные сами на себя. Вот как хотите, ребята, так и выкарабкиваетесь, понимаете? Ощущение это, наверное, самое худшее в жизни, когда ты чувствуешь себя просто покинутым. Как вы знаете, кинули в прорубь щенка. Ну, выплыл так выплыл, может быть, повезло, но чаще всего не выплывают. Без медицинской помощи, без помощи медицины современный человек в его широком, среднем понимании, скажем так, да, жить может не всегда, не всегда долго. Если бы не медицинская помощь, если бы не помощь профессионалов в больнице страдания, меня бы уже похоронили в 2005 году, супруга, собственно говоря, врач, могилку купила. Мама с папой и сестры все пришли в реанимацию попрощаться, но иногда руки врачей творят чудеса. Сейчас эти руки будут заняты, ребята, заняты. Да? Если вот такая проблема, как у меня была, густая, жирная кровь, давление 210-220 на 110, да, вот такой, такие показатели. Представляете себе, как живет человек в таком состоянии? Ну как? Ну на таблетках, на химии, как иначе? Но рано или поздно наступает такой эффект, когда ты приезжаешь в больницу, тебя привозят в реанимацию, и тут уже помогут или нет. А если нету возможности даже туда привезти, это значит, в принципе, только одно, ну, умирать. Что можно сделать с густой кровью? Ну, вот если бы я знал, я бы, наверное, в больницу не приехал, если бы я с детства, понимаете, поймите меня правильно, врачи молодцы, все супер. Вот у тебя жена врач, она говорит: Жень, нужно пить дважды кипяченую воду, там нет бактерий. Я говорю: Наташа, я пищевой технолог, я шеф-повар, понимаешь, я в Риге большую часть ресторанов, ну, известных, принимал участие, какие-то с нуля открывал, да. Я все знаю про еду, из чего сделана еда в разных магазинах, я знаю точно, из чего сделаны в торты в самых дорогих магазинах и кондиториях. Не стоит копить на Ламборджини, чтобы потом приехать и кушать растительное масло, ребята. Натуральные сливки может получить любой, зайдите там, где их продают, и сделайте своими руками. Но вот дважды кипяченая вода – это такая пакость, что и по моему твердому убеждению, потом я узнал, отдав в лабораторию на анализ, да, что такая вода фактически убивает человека. Хлоросодержащая оболочка распадается, получается диоксин, дважды кипяченая, дважды смерть. Понимаете, да? То есть технология. У всего есть свой срок хранения и условия использования. Почему те же китайцы заливают чай водой белый ключ 86 градусов? Да чтобы как раз не случилось вот именно такой вещи, потому что хлор присутствует и в природной форме. Но откуда же мы все знаем? Врачи, конечно, нам иногда говорят, те самые, которые разбираются, какое значение имеет вода в здоровье человека. Это краеугольный, ну не камень, не будем уже так каламбурить, это самая главная капля, то, с чего начинается жизнь. Мы все состоим из воды.
серебро, подчеркну, да, особенно сейчас, в это страшное время, когда мы остаемся брошены, это наше оружие. Наше оружие, которое я испытал на себе, на своей семье. У вас, Олег, вы в безопасности, можно сказать, процентов на 70, вся ваша радиостанция. Этот прибор у вас, экватор Вива, новейший, стоит. Он есть. Почему я говорю не рекламы ради, а на самом деле, поймите меня правильно, я говорю, положа руку на сердце, это работает даже с этой дрянью. Я перенес ее за 3 дня, как и вся моя семья. На ногах, ребята. Это 4 человека, согласитесь, ну так снаряд в одну воронку не падают. Да? Обычно бывает кто-то тяжело, кто-то легко. С моими заболеваниями вторая группа инвалидности, диагноз профессор Орликов, 29-е отделение страдания поставил еще в 2004 году, гипертриглицеридемия, вот это эхо войны Севастопольского бабушкиного концлагеря. Это у меня все осталось, я не вылечился водой, невозможно это сделать, но я каждый день ее пью, кровь разжижается, насыщается необходимыми микроэлементами организм, восстановление на клеточном уровне, донор электронов, вода, как в природных источниках, да? То есть восстановление мембраны клеток. Плюс оружие я применяю по назначению, выстрел точно в цель. Я точно знаю, как технолог, что серебро настоящее. Я сдавал в лабораторию, проверяли, 4 девятки. Я не поверил сертификатам этого литовского завода. Я не обязан всем верить, я точно знаю, из чего большинство продуктов готовятся, которые в супермаркетах продаются. Не дай боже вам вообще их покупать. Я когда в супермаркет захожу, вижу вообще 4 продукта. Рапс, кукуруза, соя и производные от всего этого. И в кондитерском отделе, и чаще всего еще и в мясном, если в виде фарша. Так вот, что я хочу сказать. В самом деле, те, у кого ионизаторы воды вот этого литовского завода есть, могут перестать испытывать стресс. Вы, в принципе, те, кто пользуется, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Моя просьба к вам, расскажите сами в своем кругу, своим близким, да, что можно не испытывать побочных эффектов при принятии медикаментов, как у меня, да, это случилось, то есть камни в почках не образуются, какую химию не кушай. Можно колоться прививками и не испытывать также побочных эффектов. Почему? Потому что вы организму в тот самый момент, когда он нуждается, даете самое нужное – выведение продуктов распада, помощь. Не поднимаете, как там врачи говорят, свой иммунитет, да, или продавцы. У вас вторичный иммунитет появляется – серебро. Серебро. Ваша иммунная система имеет время на анализ поступившего и на выработку антител. Вирус не сможет убить вас сразу. Какая бы реакция у вас не была предписана, да, вы можете это нивелировать. Почему люди, которые идут на химиотерапию, берут щелочную воду? Да поймите, вода не лекарство, рак не лечит. Но ноги могут не неметь, волосы могут не выпадать. Да? То есть можно и подлечиться, и от побочки избавиться. В данной ситуации, когда мы остаемся дома один на один, ну, я рекомендую каждому, кто слышит сейчас нас, Олег, да, взять, открыть просто сайт aquator.lv, почитать внимательно на русском, на латышском, на английском языке и принять единственное здравое решение – вооружиться. Вооружиться. И не против вируса только, а для того, чтобы справиться с теми самыми болезнями, с той же самой сердечно-сосудистыми проблемами. Да? Если мы говорим про суставные боли, когда больно не то, что ходить, встать невозможно, но вы можете перестать это испытывать. Жизнь без боли, она реальна. Это настоящая жизнь нормального, здорового человека. И то, что там приложена специальная книжечка, где расписано по болезням рекомендации, как и что готовить, какую воду и в каком количестве ее пить. Да, там? Естественно, там присутствует в наших всех приборах, то есть линейка из 3 приборов на ЦСУ-15 представлена. Это мини, да, это Silver и Акватор Вива, то есть 1,5-литровые и 2-3-литровых можно выбрать и по карману, и по размеру, мало ли большая семья, либо люди живут один или там вдвоем, к примеру, человек говорит, а зачем мне сразу там 3 литра воды, да, я хочу поменьше. Все это есть. ЦСУ-15, либо сайт aquator.lv, откройте, посмотрите, либо просто позвоните на телефон, у нас наши эксперты дежурят, 652-44, 622-22-44, то есть 622-222-44, либо магазин, прямой телефон у нас еще работает, слава богу, 257-800-48. 257-800-48. Ну а мы давайте продолжим. Олег, вот какие у вас, скажите мне, соображения, как вы будете переживать эту ситуацию? И будете ли вы переживать ее вообще?
Ой, ну, переживать, конечно, из-за того, что все закрыто, и как-то планировались походы там и в театр, и в кино, и все это, я понимаю, что отменяется, но, с другой стороны, вот у меня сразу вопрос, как будет работать магазин в это время? Можно ли, например, заказывать, чтобы с доставкой на дом, например, может быть, люди будут бояться выходить из дома? Вы знаете, мы пошли навстречу. Сегодня каждого, кто закажет наши приборы в течение нашего эфира по этому телефону 6-222-2244, либо после него, там, в принципе, просто есть одно маленькое условие. Нам завод выделил всего 20 приборов на город. Это немного, но скидка более чем существенная. Да? Скидка более чем существенная. Не буду томить до конца программы. Вы можете начинать звонить уже прямо сейчас, причем я вижу, звонки уже пошли. Скидка 100 евро на Акватор Вива. То есть самая топовая модель для вас будет по цене 339 евро. В подарок еще комплект мембран и бесплатная бесконтактная доставка. Именно так будет осуществляться доставка у нас по Латвии. Бесплатно и бесконтактно сегодня в подарок всем вам, дорогие радиослушатели, для того, чтобы вы не просто были здоровы, для того, чтобы вы были вооружены, спокойны и спокойно перенесли любые невзгоды, какие бы они ни оказались. Я думаю, что, в принципе, все будет нормально, все будет хорошо. Здравый смысл должен возобладать всегда, даже если в некоторых местах его сразу и не видно. Не будем, конечно, ругать наше правительство, бог с ним. Кто его только не ругает. А сколько, в принципе, вот серебряной воды нужно пить в день для того, чтобы, ну, чувствовать себя в безопасности? Смотрите, в период таких заболеваний, когда пачками людей, так сказать, отвозят, я спокойно делаю концентрацию до 0,8 поднимаю. Да? То есть это занимает примерно там 20, может быть, 25 секунд серебрит. Прибор так хватает в профилактических моментах от осени по весну, если мы дело имеем с обыкновенными вирусами, то ОРЗ, ОРВИ заболеваниями, 0,1. В случае, когда человек заболел, что я делал сам, я открыл рекомендации, все прочитал, сделал нужную концентрацию, там, если не ошибаюсь, первая была что-то около 20 миллиграмм, выпил сколько положено, облегчение чувствуешь сразу же. Вот что с серебром хорошо, долго ждать не надо. Вот эта вирусная симптоматика, когда выворачивают кости, да, когда ломает, когда, ну, я не знаю, хочется не то, чтобы убить человека, ну, хочется исчезнуть с этого мира настолько плохо, да, то есть не говорю слово «смерть», нет, отнюдь. Но вот эта страшная выворачивающая наизнанку симптоматика проходит, когда просто выпиваешь стакан вот этого серебра, да, то есть мы получаем вплоть до коллоидной формы, только коллоидную форму, упаси Боже, не пьем. Смотрим в рекомендации, все описано. То есть после первого стакана 10 минут буквально проходит, ты чувствуешь, все, попустило, работает, действует. То есть не надо ждать долго. Вирус когда-то, выходя в эфир на радио ПИК, простой грипп, не коронавирус, я перенес за 3 дня с выходом в эфир без осложнений, никого не заразив, просто делая 3 миллиграмма на литр. Вот приезжал на эфир, каждый час его вел. То есть вирус за 3 дня простой 3 миллиграмма. Короной я переболел, также за 3 дня я просто поднял концентрацию до 10. Вот и все. Угу. А нужно ли при этом полоскать горло или нос промывать какими-то растворами? Я рекомендую по собственному примеру, чтобы получить, опять же, облегчение сразу, я говорю про результат, который вы, ваши дети, ваши родители, неважно сколько лет человеку, в любом случае получаете сразу. Это небулайзер. Ну, по-русски говоря, ингаляция, только без нагрева, да, где холодный пар, знаете, маска одевается, как кислотной водой, то есть это не просто антисептик. Мы, простите, на секундочку, когда сертифицировали наши проточные промышленные экземпляры здесь, в России, цена их от 40 тысяч евро, ну, они, соответственно, дают объемы, понимаете, там по 1500 литров в минуту, что аналита, что и каталита. Так вот этим туманом из ультразвукового испарителя были окурены телята, туберкулез. Туберкулез, коровы болеют, телята болеют туберкулезом, очень большая смертность, пойдешь. Мы применили те самые советские рекомендации, те самые Витольд Михайлович Бахер, профессор Алехин, как доказательство того, что вот литовцы не врут, у нас в Литве эти промышленные используются практически на 60% хозяйств. Здесь и отсутствие падежа, здесь и привес скота, да, когда они пьют щелочную воду. Телята здоровые,
и они могут не болеть тем же самым туберкулезом. То есть это сработало с телятами. Я лишний раз убедился, поймите правильно, я не родился на заводе, я не историк, не изобретатель, я технолог пищевой промышленности, шеф-повар, да, но немножко знаю про воду. Тут я узнал еще больше, что, оказывается, есть разные виды воды. И те, которые продавались когда-то в советских аптеках, и сейчас в российских, кстати, Анарит также продается, время нынче суровое, да, работают 100% вот эти жидкости с вирусами, грибками и бактериями. Им наплевать, что палочка Коха, что вирус, что, простите на меня на секундочку, просто даже зубы, когда полощите кислотной водой, рот, я обнаружил у себя, что каверны пропадают, то есть десна подтягиваются, зубного камня нету. Ну, вот, не знаю, Вадим из Каралиса, наш врач известный, тоже зубной, не даст соврать. Говорит, ну, по крайней мере, точно видно одно, что вы не мой пациент, да? То есть, ну, к зубному можно не ходить. Это действие Анолита. Каталит, щелочная вода, когда мы ее серебрим, также дышим через небулайзер, вот эта боль в легких, знаете, когда вздохнуть не можно, меня понимает, наверное, большая часть страны сейчас, да? Когда невозможно дышать, потому что кашель, потому что больно, легкие растираются изнутри, как только вы начинаете дышать, ну, к сожалению, магазины у нас закрываются на 4 недели, так-то этому воду можно было просто прийти, взять бесплатно. И огромное количество людей пришло, молодцы, ребята, молодцы, что логика работает, что вы решаете просто проверить. Проверить мы предлагаем бесплатно. Пришли, набрали, проверили. Облегчение наступает тут же, когда вы также дышите серебром. То есть вы минуты через 3 можете вздохнуть полной грудью. Ощущение, ну вот скажу как просто простой пользователь, не доктор, ну как будто, знаете, как будто смазали изнутри, да? То есть все, больше ничего не рвется, можно дышать. И вот за это мне полюбились вот эти советские технологии, которые когда-то все-таки для всех, без разборов по полу, цвета кожи и прочим показателям, строили и в Ташкенте, и у нас в Риге на ВЭФе цех открывался, и в Литве в Понивежице этот завод открылся еще в 1988 году. В 91-м, правда, прекратил свое существование. Мы тут тоже наблюдали много, что у нас исчезло. Но в 95-м литовцы восстановили это производство, за что им огромный и низкий поклон. 6-222-22-44. Напомню, телефон это нашей горячей линии. Эксперты там дежурят. Задавайте любые вопросы. Время, к сожалению, у нас эфира ограничено. Про все рассказать не успеваю. Олег, вам слово. Да, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что, позвонив вот по этому телефону 6-22-222-44, можно заказать и получить скидку 100 евро на самую популярную модель и плюс ко всему еще и бесплатную доставку и комплект мембран. Просто... Ну, 136 евро выгода получается прямо сегодня. Звоните, я смотрю. Там просто всего 20 приборов завод выделил. Кто успел, тот взял. Ну, чем можем, простите уж нас, да, тем и поможем. Мы бы рады их были раздать бесплатно. Просто для того, чтобы наша страна была здорова. Но вы можете сделать это, по крайней мере, на уровне своей семьи. То есть этот прибор можно взять не на одну семью. Вместе, объединиться с соседями. Время сейчас тяжелое, тяжелейшее. Люди очень не понимают, я бы сказал, что будет завтра, на что жить, что есть. Но мертвым еда не нужна. Это факт. Тут как бы не то, что мое субъективное мнение. Мы сейчас говорим о том, чтобы сохранить жизнь себе, своим близким. И не только перед опасностью вируса, да? Ну что это вирус, господи? Ну есть вот средства, пожалуйста. Можно не так все смертельно, как оно кажется. Простые те заболевания, которые шли с нами бок о бок, которые люди не могут сейчас получить помощи от врачей, вы можете открыть сборник рекомендаций, найти, там по алфавиту уже написано, есть аденома предстательной железы. Что это? Застой крови в органах малого таза. Можно ей страдать простатитом, можно не страдать. Курс 8 дней. Не 3 минуты, как при дыхании, да, через небулайзер серебряной водой. 8 дней – это тоже как бы срок. Но что такое 8 дней по сравнению с... Мужчины, понимаете, о чем я говорю, да? Такой болезнью, как простатит. Но если, конечно, не онкологический случай, вы же можете взять и проверить на себе, как это работает. Почему? Потому что я это проверил на себе. Есть разделы, где посвящены рекомендации опорно-двигательному аппарату, сердечно-сосудистые. Есть как уровень сахара в крови нормализовать, даже высокощелочная вода. Огромный раздел про кислотную и серебряную, вот мне нравится рекомендация, там язва желудка, язва 12-перстной кишки, там курс 30 дней. Первые 10 проходят боли вообще от слова совсем.
последние 20 дней закрепляют результат. Все, вы пропили. Хелиобактерий больше у вас нет. Язвами можно не мучиться. Потому что вас никуда не отвезут и вам не помогут. Все закрыто, коронавирус, извините. А здесь вы получаете источник здоровья, который будет с вами в ближайшие лет 15, это точно. Ресурс у прибора огромный, он настоящий, он сделан на настоящем заводе, где свое настоящее исследовательское бюро, и этот именно прибор в 2019 году в Амстердаме на выставке Aquatech среди более 300 производителей занял первое место за инновации. Вот этим мы гордимся. Литовцы смогли не просто как бы утереть нос, мы и в 2017 году это первое место получали с прибором Silver, но держать это вот так вот 4 года подряд – это могут немногие. В чем преимущество вот этого нового действительно прибора? Что развивается дальше? Кажется, что вроде бы технология та же самая, но что, чем он лучше, чем предыдущие модели? Удобство. Поймите правильно, я направил и отсюда, из России, около 17 рекомендаций по улучшению от разных конструкторских бюро, от оборонки. Но в первую очередь удобно держать в руке. То есть вот эти 3 литра воды, пухлая, удобная такая, лежащая в руке ручка, да, материал тритан, то есть который не бьется, хоть вы кидаете его о пол, то, из чего делаются в Америке и в России сертифицированы также детские бутылочки для питания детей, малышей, да, то есть абсолютно нейтральный, безопасный материал, гораздо лучше, чем немецкий тирулан. Если говорить о скорости приготовления, готовит быстрее, мембраны служат дольше, да, меняются легче, то есть любые пальцы, когда у человека вот тот же артрит, он говорит, я хочу вылечить свой артрит, сделать компрессы. Как мне это сделать больными пальцами? Мы подумали о тех людях, которым изначально, например, чтобы было удобно, понимаете, да, чтобы мог и 5-летний ребенок, и 40-летний мужчина, женщина, и 95-летний старик, чтобы всем было понятно и максимально просто и удобно, и экономило место. Те же самые 3 литра вы можете поставить в любой закуточек на кухне, в офисе. Не надо снимать, ставить крышку рядом, как на Сильвере, а просто нажатием пальца поднимается, замирает вверху. То есть похож на такую, знаете, как вот кофемашину, как бы аппарат такой, да? То есть прибор. Куда вставляется. Реально? Да. Вот вы сами видите, не стыдно поставить ни с какой самой крутой немецкой или австрийской техникой рядом. Он все равно смотрится красивее. Aquator.lv, откройте. Посмотрите, и напомню, что сегодня, позвонив по телефону, подарок для вас 6-222-22-44, 100 евро скидка, подарок комплект мембран и бесплатная бесконтактная доставка. Если все суммировать, 136 евро выгода, это существенная одна из причин, просто сэкономить на самом деле, да? Пустите их как раз туда, где, может быть, они будут еще вам нужнее. Но вы приобретаете возможность жить настоящей, здоровой жизнью. Точно так же, как это случилось со мной, с моей семьей. Понимаете? То есть я взял и проверил. Да, были, конечно, у меня сомнения поначалу. Может быть, думаю, это какой-то эффект плацебо. Да? Может, я себе там душил. Может, я теперь по Юрмале 2 часа гуляю спокойно со своей ногой. Да, нервы же мне сказали не восстанавливать. Если уж парализовало, так парализовало. Отрубило когда-то. Делали эпидуральную анестезию, не туда воткнули. Асептическое воспаление конского хвоста. Так получилось, как мне сказали доктора. Зато жив остался. А тут ты пьешь воду вроде не лекарство. Понимаете, Олег, да? И вместо 15 минут, через 3 месяца ты уже от булдури до лелупы спокойно лупишь пешком туда и обратно без усталости. То есть нет одышки, нет усталости. Вы каждый день испытываете ощущение, что такое жить хорошо. А хорошо жить, поймите меня правильно, еще лучше. Вот я вам предлагаю прямо сейчас начать жить здорово, начать жить хорошо, без болезней, без страха, стать свободным человеком. Хотя бы как стал свободным я от фармакологической зависимости. Омепразол, Крион 25 тысяч, Трамадол, все фенофибраты, которые я принимал и которые камнями скапливались у меня в почках и в желчно-выводящих путях. Прощайте уже давно. Прощайте, у меня нет необходимости больше есть эту химию, разжижающую мою кровь. Вот это, я бы сказал, как отрыжка этого немецкого концлагеря, как у нас там сейчас говорят в Латвии, труда и отдыха. Славно трудились немецкие медики. До сих пор, видите, проблемы какие. Опыты ставили на бабушке, 5-летнем ребенке. Опыты. Кровь не только выкачивали для немецких солдат, еще и заливали. Да, что-то, какие-то химикаты. Жива она осталась благодаря тому, что фронт приближался и
эвакуация в Германию, чья-то бомба разбомбила вагон. Вот рассказы, можно съездить в Великие Луки, 92-й год, послушать, как там оно было в Саласпилсе. Так вот, дорогие мои, даже вот эта отрыжка доктора Менгеля, можно жить здоровой жизнью, невзирая ни на что, да? Когда в руках у вас достижения огромной большой страны. Над этой же темой работали не просто Алёхин с Бахером, там огромный коллектив ученых, врачей. Было испытано, было внедрено, поставлено в аптеке. Но сейчас, сами знаете, какая ситуация. Продают все, что там стоит 8 копеек, здесь там 1,5 евро. Цены вообще космические, иногда необъяснимые ничем. А здесь у вас возможность просто, можно сказать, в аптеку по большому счету и не ходить. А ничего вам там делать. Можете зайти за зубной пастой, еще за чем-нибудь там, мыло купить хорошее детское. А лекарства здоровому человеку не нужны. Это не мое убеждение. Это факт, который я проверил на себе. Ну что же, наверное, еще раз напомним, что ЦСУ-15 пока еще вот буквально возможно зайти. Еще работает. Да, еще работает. Ну а в случае, если вот начнется когда локдаун, то тогда можно приобретать по телефону 622-222-44, номер телефона, и доставка, я понимаю, на дом, ну, всегда можно доставка, договориться, бесконтактная. Да, доставка бесконтактная, все по правилам, так сказать, кабинета министров, но сегодня есть у вас шанс взять не за 439 евро, а за 339, то есть завод пошел навстречу и сделал этот подарок для вас, для того, чтобы вы были здоровы все. Звоните прямо сейчас. Да, приборов немного, ограниченное количество, но я верю, что вы успели позвонить, по крайней мере, за время нашего эфира. Номер 6-222-22-44, либо прямой в магазине 257-800-48. Либо откройте сайт aquator.lv и внимательно посмотрите про все, что мы с Олегом Пекой сегодня в прямом эфире вам рассказывали. Звоните, будьте здоровы, будьте счастливы, не бойтесь ничего, все будет хорошо, я узнавал. Спасибо большое, эксперт по качеству питьевой воды Сиа Акватор Евгений Данко, и до новых встреч. До свидания.